Мы здесь сколько живем в этой жизни? 50 лет? 60 лет? 70? 80? Сколько мы живем в этой жизни? Сколько из наших годов уходит? 10 лет на детство ушло минимум. 10 лет на ненужные дела ушли. 10 лет на болезни ушли. 20 лет на сон ушел. Сколько мы тут живем? Сколько мы здесь вообще пробудем? А сколько мы будем в барзахе? Сколько мы будем в могиле? У кого есть разум, акль, он правильно сравнивает эти вещи и выстраивает свою жизнь правильно. Приведем пример. Усман ибн Аффан, когда он ушел из этой жизни шахидом в 36 году по хиджре. Сейчас какой год? 1440 год. Сколько он в могиле сейчас? 1400 лет он в могиле. 1400 лет он в могиле, в барзахе. Сколько еще он там пробудет? Аллаху а'лям. Может быть, еще 1000 лет, может быть, 2000, 2,5. Аллаху а'лям, когда будет судный день. Сколько будет судный день длиться? Вечность. Акль, у кого есть разум, он правильно выстраивает свою жизнь в этой жизни. А неужели не стоит верующему человеку задуматься в этой жизни и правильно жить по Корану, по сунне пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, вот эти десятки лет, чтобы потом 1000 лет там в могиле быть счастливым, чтобы в судный день не потерять джанна, не быть в убытке? Неужели этого не стоит этого? Разумный человек должен задуматься. Мы продаемся, мы меняем вечность на эти дни. Придет время, мы все будем собраны перед Аллахом, субханаху ва та'аля. И Аллах, субханаху ва та'аля, задаст вопрос. Сурат Аль-Му'минун, говорит Всевышний Аллах. Каля, кам лабистум фил арди адада синин. Сколько вы прожили на земле? Человек 60, 70, 80, 100 лет прожил. Все ответят. Калю, лабисна яумен ау ба'да яум. Прожили день или часть дня. День или часть дня. Поэтому это дунья фания. Человеку не стоит обольщаться этой жизнью, делать харам своим языком, своим разумом, своими частями тела, обманывать других, кидать других, посягать на честь другого, посягать на жизнь другого, на имущество другого. Не стоит это из-за этой мата'а, из-за этого временного маленького наслаждения и менять вот эту вечность, вечную жизнь. Хаят аль-абадия, хаят аль-сармадия, вечная жизнь, которая ждет верующего человека, чтобы не быть в убытке.